Привет. Привет. Что ты делаешь? Лежу. А ты? Да, я Новый год отмечаю. Честно говоря, знаешь что? О. Я кормить хочу. Давай тебе песню сыграю. Давай, давай. Какую тебе песню сыграть? Ну, твою самую любимую. Всем привет, друзья! Всех с Новым годом! И это первое мое видео в этом году. Этот ролик я снимал в новогоднюю ночь, так что этот год я встретил в чат рулетки, как и прошлый год. Ролик получился крутой, так что ставим лайк и подписываемся на канал. 1500 лайков и выйдет следующая часть. Привет. Празднично, привет, празднично, очень празднично. Нервы Да. умеешь? Давай. Нервы только одну песенку знаю. Давай. Думаю, ты можешь петь, блин. Не, я не пою, я играю только. Ну, круто, круто, молодец. Что там, у тебя кот, что ли? Да, рыжий кот, ты чертов еще. Покажи Сам кота. петь будешь. Что? Это бахти или как это правильно называется? Не, это не бахти. Ты имеешь в виду, что ты имеешь в виду бахти? А, ты... Мой бахти это другое, ты вот это имеешь в виду? Нет, я запуталась. Кто-то, да, бахти или кто-то использовал трек, вот этот. Да, Это вообще классическая да. музыка, но кто-то из них использовал этот трек. Крутой, крутой. Лайк. Да, кот тоже смотрит. Он с моих шерсть летает. Его шерсть вокруг здесь. А, он на свою шерсть смотрит, да? Он еще, кажется, завис. То кот Эй. завис? Да. Вот завис. Его персик зовут? Да, ну все, приехали. Кот сломался. А почему у него рот вот так вот сделан, как-то вниз? Это Это у мне него... неизвестно. Мне кажется, может, он недоволен, не знаю. Он всегда недовольный, Привет. Привет. Ты песенки поешь? Ну нет, Ну, я не пою, наверное. я играю, играю. Вот, песенки. Ну и сыграть что-нибудь, если играешь. Или не играешь. Ну, подожди, если Почему? логично. Если Играю. ты сыграешь, значит, ты играешь. И даже Да. можешь просто так сыграть. Да. Для настроения. Да. А что для этого нужно сделать, чтобы ты сыграл? Просто улыбнуться? Да, просто улыбнуться. Так, знаешь что эту песню? Зовут. Меня Очень Николай подарок. зовут, а тебя как зовут? А я Юлаша.
Юлаша? А что это за имя такое? Юля, что ли? Или Юлаша? Юлаша, можно Юлала, можно Юлалаша. Понял, понял. Ой, Николай. А Киша играешь? Киша? Да, что-нибудь из его репертуара. Ну, так немного. Господи, Николай, я так мечтала 100-500 лет в рулетке, не видела нормального, приличного, крутейшего музыканта. И тут, опачки, мне подарочек попался под Новый год. Понял, на понял. Ой, какой ты это... классный. Стримишь, что ли, сейчас? Да. Я просто вижу, как ты смотришь на чат в другой экран, как будто... Они там ругаются, что я их не читаю, но я на тебя засмотрелась просто. А что за канал, как называется? Юла Лашик. Коля, красава, тебя знаю. Вот. Меня кто-то знает? Николай, красавчик, тебя тут они все знают. Да ладно. Тут мне уже сколько человек написали. Да, скажи, что ты, Коля, молодец. Кайфово играет, прикольно. Николай Попов, господи, тебя все знают. А я тебя ни разу не видела, никогда. Подожди, меня кто-то написал, узнал, что ли? Николай Попов написали? Да, 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 уже несколько человек. Ой, да ты такой, ёшки-матрёшки, вот с таким якорем. Что ты имеешь в виду с якорем? А, на обложке, да. Да? Да, вот это ты какая тут прям отца звезда. А, какой красавчик. Сыграешь что-нибудь еще? А что ты хочешь спеть? О, я обожаю Киша прыгнуть со скалы, например. С головы сорвал ветер мой колпак, я все не так, знаю я, и ничего в жизни не вернуть. И теперь у меня один лишь только путь. Разбежавшись, прыгну со скалы. Вот я был, и вот меня не стало. Ты? Все. Прелесть, спасибо тебе огромное. Я тоже сделаю нарезку с тобой. Можно я там поставлю ссылочку давай, на твой давай, канал? Давай. Ты клюкнул. Еще раз тебе с наступившим 2022 годом. Я надеюсь, мы с тобой еще увидимся. О, привет. Здорово. Привет. Сейчас. Ну вот, наконец-то мы с тобой снимаешь? Встретились. Я тоже сейчас снимаю, кстати. Ну, я так и понял, что ты не просто так сидишь. Попробуешь угадать мелодию, которую я сейчас сыграю? Давай. Что-то знакомое, не могу вспомнить. Вначале я вообще не узнал, а потом... Я знаю эту песню, но не могу сказать, не знаю. Что это за песня? Это «Монеточка». Каждый раз называется песня. Сейчас я сыграю песню, подожди, послушай. Что это за песня была? Interstellar, да? Сейчас послушай, можешь сыграть? У меня есть подозрение, что ты это играл. Да. Ты вот сидишь, вот песни вот так вот, кто тебе попадается, ты играешь, чтобы отгадывали?
Ну, сейчас решил, да, что подгадал. Можете вы загадать песню. Ну, давай мы отгадаем, давай, давай дальше, играй. Так, вот это вот. Это «Реквием по мечте», знаете? Это знакомая музыка, я знаю, но я не знаю, как называется. Нет, нет, нет. Ну нет, нет, это не из «Бумера». С «Бумера» там вот это было. Почему у тебя шапка Снегурочки, а не Деда Мороза? А что, Деда Мороза? Деда Мороза не бывает в синем, что ли? Не знаю, привычно как-то в красном. Ну, просто так получилось. Я пошел в магазин, хотел купить красную. Красную все разобрали. Сказали, остались только... Короче, какую отжал? Ну, короче, да. Привет. Привет. Чё ты там? Давай тебе песенку сыграю. Ого. Какую тебе песенку сыграть? Чё-нибудь новогоднюю. Я одну только знаю новогоднюю. Вот эту. Лес родилась ёлочка? Нет, вот эту вот. Класс, молодец, у тебя же класс получается. Я тебе, наверное, даже завидую, но просто у меня желания нету. Вот, короче, я в основном я играю бой, типа, у нас в кружке, я сильно играю бой. То есть я основной бой в нашем кружке. Такой бой, знаешь, кстати, круто звучит. Не хочешь что-нибудь сыграть? У меня мама спит, ей завтра на работу. А, мама спит, да. Я бы сыграла. 0-7, да, ты в каком городе живешь? Могу рискнуть жопой, если не веришь. Спеть чем? Я говорю, рискнуть жопой, если не веришь. Я имею в виду, могу сказать. Не, послушай, спеть жопой. Ну, я примерно так и пою. Ну, просто я имею в виду. Так, ну давай, давай. Попробуй, сыграй. Ок. Это Yamaha C40, что ли? Да. Могу кукулузна сыграть. Давай. Ну, в плане, я не буду петь. Ну, а, ну типа, я не знаю, понял. Как объяснить, что это я начала уже с куплета играть. Типа там уже вступление, все дела, ну. Ну да, там есть этот проигрыш, по-моему. Ну и дальше идет. Да. Вот. Да. Братиш, сыграй мне Бетховена, пожалуйста, в Элизе. Красавчик, малыш. Базар онлайн. Редко кто просит. Как звать тебя? Николай. Не понял. Николай. Редко кто просит сыграть к Элизе именно. Первый раз попросили, кстати. Ты меня снимаешь? Да. Как звать тебя? А, на что подписаться? Николай. Николай, на какой канал подписаться? Канал называется Николай Попов. Попов? Да. Можно я передам маме свой привет? Давай. Дорогая мама,
Передаю тебе привет, с наступающим тебя Новым годом. Я нахожусь в Москве, Московской области, города Клин. Вот, моя мама находится в городе Ангарске, Иркутской области. У меня все хорошо, я тебя очень сильно люблю. И вот Максим для тебя сыграет песню. Николай. А, ой, извиняюсь, Николай. А песню какую? Юность. Давно ее не играл. Класс. Спасибо тебе, Максим Николай. Я очень рад. Николай Попов. Я надеюсь, что я увижу, как сказал. Николай Попов просто. Ведешь в Ютубе Николай Попов. Я понял. Ну, для меня ты Максим уже, а потом ты будешь это Николай Попов. Да. Так, ты разборы делаешь таблы? А, нет, разборы не делаю. Делай таблы, а. Вообще, я тебе говорю, братиш, это, блядь, реальная хуйня, потому что, блядь, я занимаюсь, кто-то занимается, они занимаются. Они хотят играть на гитаре, и вот это вот, им нужны таблы. Делай таблы, разборчивые такие, что для дебила можно, блядь, разобрать можно было. Понял? Угу, да, понял. Понял, не понял? Да, да. Ну скажи, понял. Понял. Нет, не понял, а понял. Понял. Понял! Понял! Красавчик! Да. Я надеюсь, что я увидел тебя, не себя, у тебя в твоем канале. Если я не увижу у тебя, нет, себя в твоем канале, будет, я креативный, если чего, комментарии оставлю к тебе. У тебя, точнее. Понял, не понял? Понял, да. Понял, правильно! Понял! Класс! Да, знаю. Как Новый год отмечаешь? Как? С родителями. Нормально, нормально. Ну да. Да. А ты как? Да никак, в чат-рулетки на гитаре играю. И все? А? И все? Ну и да, все? В чат-рулетки, да. Один? Да. А что так? А чё плохого? Нет, ну не плохого, просто один в одиночестве. Ну нормально, чё? Ну, не знаю, для меня это как-то слишком грустно, наверное. Если понравилось это видео, то поставь лайк, подпишись на канал и отправь это видео своим друзьям. Всем пока!